Уже в эту субботу, 1 февраля, стартует прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Большинство родителей давно определились, в какую школу отдать ребенка, а будущие первоклассники даже смогли выбрать учителей. О дошкольной подготовке в нарьянмарских учебных заведениях в материале Елены Ванцевой. Хорошо, хорошо, можно оставить еще. Вот, иди тебе еще оставить. Дошколенок – это своего рода подготовка будущих первоклассников к новому этапу в жизни. Здесь нет обязательных уроков и заданий. Чтению и письму малыши и так обучаются в подготовительных группах своих детских садов. Мне нравится, что в садике дают задания и примеры. Мы занимались там книжками, и еще мы там смотрели телевизор. На таких занятиях у ребят формируется представление о классно-урочной системе. Также ребята постигают азы грамоты и письма. И один из самых значимых моментов посещения групп дошкольной подготовки – это возможность познакомиться с педагогами, которые будут их обучать. Заниматься с ребятками легко. Я специально такой подбираю материал, чтобы детям было весело, в игровой форме. У меня всегда видео, оно такое, знаете, поощряет, молодец, умничка. И дети сидят такие уже довольные, потому что они вроде себя чувствуют успешными, но геометрические фигуры вот знают, они вообще математику знают. Вот мне очень нравится. Значит, в детском саду их уже готовят. Подобного рода курсы для будущих школьников есть практически во всех школах города. Это популярное сейчас направление. В первой общеобразовательной школе подготовительная группа «Малышок» работает уже не первый год. Кстати, откладывать подачу документов на поступление ребенка в первый класс в долгий ящик не стоит. Ну, с 1 февраля у нас, как во всех школах России, начинается прием заявок, заявлений в первый класс. Несмотря на то, что будет суббота, у нас будет здесь сидеть работник, который будет осуществлять прием заявлений. Если родители уже определились со школой, учителем и направлением, по которому ребенок хочет учиться, лучше сделать это в первых числах февраля. Добавим, что в этом году в первый класс в нашем регионе пойдет порядка 700 детей. Елена Ванцева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».